Смартфон Meizu 16S получит топовую платформу Qualcomm Snapdragon 855 и камеру с 48-мегапиксельным датчиком Sony. Новые подробности об очередном флагманском смартфоне Meizu пришли оттуда, откуда не ждали, ими поделился главный исполнительный директор компании Джек Вонг, Джей Вон. Перво-наперво, топ-менеджер подтвердил то, что пророчили слухи. В Meizu 16S используется топовая однокристальная платформа Qualcomm нового поколения. Но если ранее еще до ее анонса говорилось о Snapdragon 8150, то теперь, само собой, сообщается об использовании Snapdragon 855. Второй момент касается камеры. По словам Джека Вонга, в основной камере смартфона будет использован датчик изображения Sony IMX580. Скорее всего, топ-менеджер имел в виду 48-мегапиксельный сенсор IMX586, который официально представили в июле. Он явно пропишется в основной камере, причем будет не один, согласно слухам, в основной камере Meizu 16S будет 3 датчика и 3 объектива. Что касается экрана смартфона, то, по словам все того же господина Вонга, выреза в верхней части не будет, но рамки явно будут максимально заужены. О сроках выпуска Meizu 16S ничего не сообщается, но есть данные о цене, она, как ожидается, составит $500.